И всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем здорово, ребята, с вами сегодня Шмели Паук. Ну, как вы видите, он в скайпе, он сидит уже 16 минут тут. За последние 16 минут он меня задолбал, уже 17. И, короче, вот, ребят, мы сегодня вот, точнее, вот недавно выбрали уже всех трех победителей. Короче, мы разыграли ровно 3 билета уже, как... Один из них красный. Красный билетик, да? Да, один. Короче, сейчас я вам объясню. Вот видите, где вот выпал... Вот Евгений получил. Вот как бы я навожу. Евгеха. Евгеха, да. Короче, Евгений получил плюсик. Это золотой билет. Как бы объясню, что такое золотой билет. Золотой билет это полный, наверное, как бы объяснить. Ну... Вы получили все, он ваш абсолютно. Пока вы там что-нибудь серьезное такое не накосячите, то мы вас вообще из команды не выгоним. Вот. Красный билет, это где минус однерка, вот она, видите, вы сами вот. Вот. Ее получил. А ты объяснил? Артемий. Че? А, то что такое красный билетик? Я вот сейчас объясняю, ты че такой? Красный билетик. Короче, это. Например, если вы очень маленько вот хоть капельки накосячите, то все, вам пипец. Получил этот красный билет, к сожалению, Артемка. Ну, на самом деле, красный билет это то же самое, что и сняться с нами, вот. Только вы, как бы член еще команды. Это с какой-то стороны плюс для вас, а с какой-то и минус. Да? Ну да. В нашу-то команду зону 51, знаете, как сложно попасть, между прочим. Да. И последний билетик, вот золотой, получает Макс. Вот красавчик, то, что написал, конечно, насчет псевдонима мы подумаем потом насчет с тобой, да. Мистер Макс. Да, прямо так, четко. Ну, этого тоже, но у него нормальный такой псевдонимчик. У этого... Подожди, а Саша? А Саша? Какой Саша? Ну помнишь, Саша? Этого Саша я тоже хотел красный, в принципе, тоже красный билет ему можно дать. Ну я не знаю. Но у нас как бы я уже и так 3 билета, чувак, разыграл. Это перебор. Вот реальный перебор. Подожди. Вот тут это. Ну ладно, этого, в принципе, мы сами не будем добавлять уже. Чего? Да, нет, просто какой-то чё он написал. Артёмка 1.5.2. Подожди, какой Артемка? Ну-ка, сейчас. А, ой, то есть Роман. А, Роман, сейчас найду. На второй странице. Вторая страница, смотрю. Вообще ничего не вижу. Он написал Артемка 1.5.2. А, это, видишь, Артемий спросил, какой Майнкрафт, но он ответил. Ты чего вообще меня сбиваешь? Я минуту потратил, чтобы твою эту херню искать. Не сбивай меня. Он. Да, он ругал опять себя ни за что, да? Да. Бедный, страдаешь. Ну не бойся, смотри, сколько потом людей будут страдать, то что нафиг буду орать. Прикинь. Я не один такой. Когда нас будет, допустим, 5 человек. У нас и так уже почти 5. Ну почти, но мы же еще не решили до конца. Может быть, они кто-то и уйдет, свою команду там создаст или еще что-нибудь. Ты 6 уже человек. Каких 6? 6. Ой, я тебе... Вот я к тебе сейчас приду в комнату, я тебе так наваляю. Каких 6 человек ты вообще о чём? Ну, Нео. Нео, они не в нашей команде, я тебе сколько раз повторю. Это они как бы могут наши... Вот любой человек может стырить наш псевдоним, канал, название, по барабану, хоть что. А официально, чтобы быть нашей... команде, это надо спрашивать наше разрешение, либо выигрывать вот эти вот билеты. Вот. Вот так. Ну. Ты понял? Наконец-то. Да, понял. Вот я тебя в натуре, я тебя когда-нибудь я тебя вставлю. Так по самое не хочу. Короче, ребята, вот молодцы, что вы победили. Это вот реальный респект вам. Особенно респект этого вот Артемию. Я надеюсь, он не накосячит, потому что этот красный билет, это... Короче, мы такие посидели, подумали с пауком и решили то, что мы вообще будем следить конкретно за ним, за этим красненьким билетом. Ну, я решил.
Вдруг он такой опасный. Да, вдруг опасный он. Вдруг он заурётся. Вдруг шмель положил у него кинтишку. Да. Ну, в этот красненький билет. В общем, я, конечно, знаю, мы сейчас... Кстати, Чего опять те? тут Артём написал, а я администратор. Где? Ну-ка. Артём Кабилый. Вот это, ну, Ну-ка, ну-ка. написал, я администратор. На второй странице. Где я так на второй? И ссылка. Шмель какой майн? Нет, это типа он не писал. Это не А? я, администратор. Видишь, он там типа... О, да, опять ты меня сбиваешь. Я тебе в натуре сегодня урою. И так сегодня первый день в школе, а ты меня... Ой, путы в школе, в техникуме, а ты меня еще достаешь. Ну, у меня в школе. Ну, у тебя в школе. Ну вот, я тебе отвечаю. Я тебе так всеку. Короче, ребята, вы молодцы, то, что вы поучаствовали некоторые. Наша, наконец-то, кстати, группа стала вот активная, очень сильная активность она подняла. Я вот, если честно, месяц назад я лишь подумывал вообще закрыть эту группу, не для чего, потому что она вот в натуре, ребята, она не для чего. Тут мало людей, мало кто заходит, и вообще это не группа, это днище, вот самое настоящее. И потом у меня вот такая возникла идея, вот, может быть, устроить какой-нибудь такой небольшой конкурсик, тем более я давным-давно хотел создать команду, которым будет очень много-много-много-много людей, человек. И вот группа пригодилась действительно. Я не знаю. Давайте так. Я потом устрою вот в этой группе, в этой же обсуждение, опрос. Закрыть мне ее или нет. Если наберется за 5 человек, то, чтобы ее закрыть, мы ее закрываем. Если нет, пускай она так и до сих пор будет. Пять человек из-за нет. Да, если за нет, точнее. А если 5 человек за то и за другое. Ну тогда, я не знаю, я потом подумаю. Может быть, они в обсуждениях сами что-нибудь напишут. Хотя нет, ничего не напишет. Че я говорю? Ой-ой, я до сих пор все не это прийти не могу, чтобы они что-то в обсуждениях писали. Когда это такое было? Ты сам прикинь, они что-то напишут. Это когда такое было у нас с Ну, тобой? смотри, они тут сколько написали. Так это просто, чтобы билетик хотя бы хоть одним выиграть. Ну, хотя на... А так ни один билетик, они вообще ни на что не готовы. Вот об этом я тебе говорю, так что я, чтобы что-то не написать это в обсуждениях, это бессмысленно их просить. Короче, вы вообще вот молодцы и действительно постарались, а то, что наша группа наконец-то на все 50% была активна, это вот реально порадовало меня вот, до самых не хочу. И паук такой замолчал, обиделся. А нет, это проследился. Наконец-то группа заработала. Да. Ура. Все. Неси креветки, неси. Что там? Жевать Да, что-нибудь. что-нибудь, чай неси. Это жевать хочу. Да. Что-то я еще хотел сказать, но я уже забыл на самом деле. Это такой будет длинный сейчас, ребята, я сразу же говорю, подкаст. Хотя это было, надо было вначале уже сказать, а не где-то перед концом или наоборот серединой. Даже. Но Знаешь, сколько он уже идет? сколько? 9 минут. А, вот еще, кстати, насчет вот такой хрени. Большинство из вас обижаются, типа, почему же я вот не звоню или отключаю скайп или еще что-то такое. Ребята, я понимаю то, что вы на меня до сих пор большинство держите обиду. То, что я вот в натуре вам не отвечаю, все, я такая мразь, и вообще со мной неприятно тебе разговаривать. Большинство из вас иногда даже, ну, тогда считали меня лучшим другом, теперь я для вас вообще никто, ну, просто чувак какой-то. Я объясню, Из почему... Ютуба. Да. Почему же я не могу вот ответить? Звонит вас именно людей очень большое количество, а это просто вот пипец.
И ответить каждому это очень сложно. И смотрите, если я договариваюсь с вами, ну, допустим, я перезваниваю другому человеку, типа, давай завтра поиграем. Мы завтра не играем, он обижается на меня, то, что, типа, почему я не поиграл с тобой сегодня, ты же мне вчера обещал. И вот такая вот фигня начинается. Я даже не знаю, как. Возможно, я в будущем создам вообще новый скайп, где никого не буду добавлять, кроме паука и нашей команды, где я вас заблокирую, большинство из вас людей, кто вот в эту игру. Они же обидятся. Ну, они обидятся, но мне как бы тоже обидно то, что. Ну, допустим, у нас часто такая ситуация с ними. Кто-то играет со мной, кто-то нет. И вот так вот постоянно у нас такие споры. Точнее, не споры, а то, что они меня все больше и больше начинают ненавидеть. И ты сам понимаешь, чувак, то, что это обидно очень. Я не хочу, чтобы они в будущем меня реально какой-нибудь мразью считали. То, что я не могу ему ответить или еще что-то. Вот. Я надеюсь, вы поймете. И когда я вам не отвечаю, это не значит то, что я с вами там разговаривать не хочу, или еще что-то. И мне просто звонит большинство много вот людей. А если я тому не отвечу, тот обидится. Так что лучше я вообще никому не буду отвечать. Вот так. Даже. Но они же все потом обидятся. Ну, Хоть один не обидится. лучше так, но мне на душе будет намного легче, чем вот так вот, вот сразу всех. Ой, буду всех. Одного. Но С одним. А если всех добавить, то что сам понимаешь, скайп у меня не резиновый, он сломается полностью. Я один раз добавил, и я вообще, у меня каждые 5 минут вылетало. Я вот даже с двумя человеками нормально разговаривать не могу. У меня вылетает и там постоянно гул только из-за двух человек. А вы прикиньте, если вас там 10 человек добавить, это просто капец. Ну, Даже. их там не 10, Ну, больше. Почему? а Это меньше. у тебя там два человека, я А, ну хотя да. и твой второй скайп. Все, больше никого. Сейчас будет читать. Нет, у меня больше моих друзей. Вот сейчас я начну тебя считать. Все скайпы спалю, да? А потом ты будешь на меня орать еще больше. Ну, у меня вот 5, ну, один, конечно, из них твой. Да. Один ос. Какой еще у тебя? Давай. У меня нету его. А, нету, ну отлично. Кстати, за последнее время мы очень быстро начали набирать просмотры. Ой, не просмотры, лайки. Вот. Знаешь Лайк. сколько? 5 уже. Ничего. Сегодня какое число у нас? Сегодня 12-е. За 2 дня 5 лайков, вполне нормально, нормик такой. Даже. Ну, помнишь, на том-то видео 2000 лайков? Каком надо. Какому ты Ну, чего хочешь? помнишь? Ты че смеешься? Там 300 у нас. 320, сейчас я даже тебе скажу, сколько именно. Сейчас. Прогрузится. Ну, ты 100 хотя бы. 300 для меня это ничто. Ага, ничто. Ему надо по миллиону, да? Да, 324. 324, ну, все равно много. Ну да, я хочу 500-ку. В натуре, вот я желаю, просто хочу, мечтаю о ней, об этой Когда 500. 1000 будет, по подписок. Ничего, я именно 500-ку, просто 500-ка такое красивое число. Даже. Пятерка есть. Так, ну над этим Или мы, наверное, два закончим. нолика. Чувак, давай закончим над этим. Ладно, давай. Ты так балабол, как хрен знает какая. Давай, ла-ла-ла-ла. Давай. И если вам не затруднит поставить лойс лайк, я знаю, что это подкаст был много вот для вас значил, наверное. И, пожалуйста, поставьте лойс под этим видео и под вот этим вот, который я недавно снял, копатель. Кому нравится. О, уже 4 лайка, вроде было 3. Классно. Быстро набираем в натуре вот. Мне за последнее время вообще, знаешь, вчера 4 человека подписались, а класс вообще. Нехай целых 4. У меня в последнее время вообще по 4, по 3 человечка просто так сюда кидают заявки. Ну не сюда, сюда вот, на мой канал. Вообще класс, мне нравится. А, так,
Кстати, я хотел кое-кому привет передать. Кому? Тебе. Короче, вот этому чуваку передаю привет, он потому что вот, реально спасибо ему. Он ставит, следит за каждыми нашими видосами и спасибо вот тебе. И комментирует больше всех. А для меня комменты это много очень значит. Я вообще ни одного коммента не написал. Да я не про тебя, идиот! Вот как ты меня добесил, вот Ты сказал, я сейчас передаю вилку тебе возьму. привет. Я пошутил, нет, ты даже шуток не понимаешь. Ну все, ты меня выбесил за сегодняшний день. Ты, значит, сегодня Подожди, а и кому? вообще. А А кому? вот, посмотри, там самый крутой копатель онлайн. Он постоянно, кстати, комментирует, даже я не видел, чтобы столько комментировали люди, как он. И он первый всех, походу, ставит лайки, потому что я заметил, он вообще красавчик. Вот реально привет ему передаю. Давайте я скину его на канал, если хочешь. Чё? Кстати, надо в натуре сделать всякий-то катапульт. А, да, кстати. Про ачивки вообще с тобой забыли. Да, надо бы. Ну-ка, Вот чё там? еще без Так, давай мотора. посмотрим, какие у нас ачивки. Вот видишь, зайди на его канал, прочитай мне, пожалуйста, а то я сейчас опять с ошибками прочитаю. Так. Если тебе не затруднит. Где? Ачивка сделать катапульту. О, ну это легко, потому что тут не написано именно какая катапульта. Да. Потом ачивка сделать парашют без модов. Это я знаю там одну вот команду. Очень классненькую такую команду. А как это сделать? Да. Чего? Зашел? Да, зашел. И как его зовут? Его стикер. Стикер? О, спасибо, чувак. Ну, там сто Стикеру, тридцать. короче, чё? А, ну Сто да, тридцать. 133. Стикеру, вот передаем тебе привет. Передаем привет. Привет. Привет! Почему? Чего? Звонят. А, звонят уже. Ну ладно, ребят, короче, всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока. Пока.